Время – деньги. Аксиома для бизнеса, руководство к действию для банка. Все финансовые учреждения оттачивают дистанционные каналы обслуживания бизнес-клиентов. Чтобы предприниматель мог экономить не только время, но и деньги. Ведь тарифы в онлайн-системах, они ниже, чем при проведении аналогичной операции в отделении банка. Продвинутый интернет-банкинг для малого и среднего бизнеса – must-have для любого банка. Предприниматели давно могут совершать все платежи удаленно на компьютере, а один из банков встроил в систему даже услугу по проверке контрагентов. Можно узнать, не находится ли ваш партнер в стадии банкротства и как он платит налоги. Но банки идут дальше и дорабатывают мобильные приложения. Практически тот же набор операций предприниматели могут совершать и на смартфоне. Есть хорошая новость для бухгалтеров и владельцев небольших бизнесов, которые сами ведут бизнес-отчетность. Новинка на рынке – инновационный сервис, который экспортирует данные из банковских приложений прямо в популярную бухгалтерскую программу. Основная же проблема интеграции и взаимодействия всех систем – это швы, так называемые, когда из одной системы передается в другую. И всегда возникает вопрос перехода. Почему и называется на профессиональном сленге шов? Шов – это некий барьер. Но технологии уже позволяют минимизировать потери и вообще исключить понятие «барьер». Это выгодно как и банкам, так и субъектам хозяйствования, которые сокращают свои операционные расходы. А сокращение операционных расходов повышает уровень доходности бизнеса как банковского, так и субъектов хозяйствования. Очень полезную для бизнеса систему мобильных платежей обещает запустить с 1 июля Нацбанк. Пока при проведении расчетов деньги доходят до контрагентов через несколько часов, а то и дней, новое решение позволит перечислять деньги со счета на счет за минуты.